Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы сегодня с вами залетаем на Weekend Cup. Ten seconds to pick. Five seconds. Hurry! Итак, команда Борода Гейминг, именно так называется Big Gaming, сокращение, именно так оно расшифровывается, встречается с командой в домике. Это у нас, ой, далекая очень стадия, мне придется сейчас обновить сеточку, я забыл это сделать. Так, обновили сеточку. Так, где же эти в домике? Вот они играют на стадии 1/32 финала. Все далеко до финала, на самом деле. Но вкладка, точнее, графа финал уже есть, если пролистать там сеточку. На сайте dota2.star.tv /tournament. Там будет SLTV Viking Cup 180. Если хотите, полная ссылка dota2.star.tv /tournament/8978/members. И там сеточку нажать уже. Итак. Борода Гейминг. У нас появляется Explosion в списке фолловеров. Explosion, ты получаешь возможность... А, это Spacey, ты Hearthstone смотрел. Здорово, Explosion, это Spacey, я запомнил. Надеюсь, ты к нам присоединился, об этом все узнали. У меня аж дернуло сердечко, так, когда я услышал еще один фоллоу. Все-таки громко музон у меня, громкий. Здорово, добро пожаловать в команду, ты 41-й. Когда... Вот запомни число 41-й, потому что когда количество фолловеров у меня вдруг достигнет высоких цифр, ты уже можешь с гордостью сказать, а вот я был 41-м. Вот. Итак, по поводу игры. Команда Борода Гейминг против команды в домике играют. С командой в домике мы знакомы сильно, они проиграли, по-моему, команде Yahoo, если я помню, вчера на... Чего? Дисконнект? А, нет, показалось. Итак, вчерашний Weekend Cup. Команда в домике, мы за ней, да, наблюдали. Она показывала. Что она показывала? Она показывала класс. Она проиграла команде Yahoo в 1/8 финала. Она дошла до 1/8. Но начинали там все ребята с 1/64, а не с 1/128. То есть тут у команды в домике попросту будет чуть больше каточек, чтобы разыграться, скажем так. Они уже разыгрались. На каких командах сейчас надо их найти? Найти их надо. Пока у нас пики очень дефолтные, поэтому про них можно поговорить чуть попозже. Команда в домике выиграла команду BDL, потом команду Perfect Players, с которыми я чуть-чуть знаком. Вот, уже две катки сыграны. Третья катка, они в ударе, они все окончательно, наверное, уже проснулись. Трансляция лагает временами, наверное, из-за качества. Fast Pick я учту, лагать вообще не совсем должно. Я качество приподнял как мог. Лагов не должно быть, ну точно не должно быть, по крайней мере, кадров у меня потеряно ровно 0. FPS вся тридцаточка, и битрейт такой нормальный, на двух косарях, сейчас уже 2300. Вот, можете пошутить про 300 в чат, у меня бот не настроен на то, чтобы блокировать этих тех, кто шутит так. Вот. Ну ладно, прыгнем в пике, потому что у нас баны пошли интересные все-таки. Бан Лайкон, бан Дум и бан Shadow Demon у команды Борода Гейминг. Команда в домике отказалась от Тинкера, Деспрофита и Инвокера. И отказала в этих персонажах команде Борода. В пиках у нас Faceless Void и Scarce Mage, замечательная страта. Ну, как, проверенная временем, да? Связочка. Вайперс и Кентавр, команда в домике. Немного про связку Void Sky Mag. Мы сейчас надыбаем эту статистику. Все-таки. Я вчера был статистом и очень завелся этим. Мирана появляется у команды в домике, помимо Вайпера и Кентавра. Так вот, Faceless Void, когда играет в связочке с Skyros Mage, то тогда
Смотрите, ситуация такая в этом патче. В патче 6.81 Войс сыграл 460 игр, это в продоте. А SkyMage 667 игр, то есть как бы совсем недавно. А, нет, давно уже. Или, блин, да, 17.06, лоба, что-то какая-то хрень. А, это связка. Последний раз связка эта игралась на Гесте. Тонгфу ее брали. Против Эру. Или Эру против Тонгфу, не помню. Ну, могу посмотреть, конечно, матч. Бейн появляется у Вломики, кстати. Связка Бейн Патман. Мы ее сейчас тоже нагуглим. Так вот, по поводу Войда Скаймага. Войд имеет 460 игр в патче. 49,3% винрейта. Точно такой же винрейт 49,3%, но на протяжении 667 игр у Скайрос Мейджа. А вот в комбе Войд со Скаймагом играли 133 игры. И винрейт у них 47,4, то есть чуть-чуть пониже. Но связка рабочая. Связка неплохая. А теперь по поводу Бейна с Патмой. Бейн и Мирана. Прогружается у нас статистика. И так, Бейн имеет 280 игр в патче 6.81, имеет 57% винрейтов. Мирана имеет 1076 игр в этом патче. Какая популярная девчонка-то, а? Минус Сайлентер, минус Тайхантер, кстати, забыл. Ну, баны, но они на той баны, чтобы не осуждать тех персонажей. Так вот, а Бейн с Патмой в комбе играли 134 игры. Из них выиграли 78, что значит 58,2%. Последний раз это игралось... ой, последний раз? Да ладно. Ну это не может быть такое. Может быть у меня сортировочка не в ту сторону. Последний раз это игралось, походу, 16 сентября. Это было 5 дней назад. Это взяли на Сина Кап команда... команда какая? Сейчас узнаем. Это была Vici Gaming. Они играли против команды LG. LG это... ну, азиатская команда Light Gaming. Та самая, да. И... ну, я думаю, что все-таки, наверное, проблемы с твоей стороны, Fast Pick, потому что у меня вроде нет никаких проблем. Vici Doctor, Weaver, Борода Gaming. И теперь, собственно, надо пора уже влетать в игру и смотреть, что там происходит. Связка, Void, SkyMag, Vici Doctor. Ну, что за жесть? Мы просто можем сейчас... опять же, эту самую инфу нагуглить. Faceless Void. Vici Doctor. И Skyros Mage. В одной связочке. В патче 6.81. Бан Брюмастера Бан Луны сейчас был. В комбе втроем Void, Vici Doctor и SkyMag они играли 4 раза. 25% винрейт, одну катку всего выиграли. По отдельности я уже рассказывал, у Вич-Доктора винрейт 51,9, почти 52, 241 игра. Шату-Шаман появляется в домике, замечательная связка с Авартов у них тоже. Так вот, а Войд с Вич-Доктором просто играл с каким винрейтом? Вот это связочка мне тоже интересно. 57 игр было сыграно, 45,6% винрейта. Я думал, все-таки что-то покруче будет, но нет. Вот, немного статистики влетело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дал, что я на Найтботе посмотрю. 14 линий чата мне пишет Найтбот. То, что уже 14 сообщений. Ну, считая мои, конечно, но все-таки. Общение в чате идет. Это очень радует глаз. Как медный таз, да? Пак у команды Борода Гейминг. Мы видели очень много мощных паков на Викинг Капах, на Фаст Капах и на Семке, собственно, на Семи Про это тоже все было. Шату Шаман Бейн. Мирана, следовательно, будет фармящая у нас. Вайпер, скорее всего, соло мид. Либо это соло мид Мирана, фармящий Вайпер, пока что не совсем понятно. Кентавр по-любому оффлейн. У команды Брада Гейминг, скорее всего, ну, Vici Doctor, SkyMag саппортят. Саппортят они, не знаю, кому, Войду или Виверу, кто из них пойдет фармить. Но пак мидл, это все как бы здесь очевидно. Разбирают игроки своих персонажей. Мы в игру ворвемся очень-очень скоро. Да, ворвались мы в игру. Без пауз. Опять без пауз. Утренний, почему-то у меня утренний игрули без пауз проходит в начале игры. Итак, команда в домике. Антоша за Слэйр, Бейн, Луки Рус, Вайпер, Спейси, Шаду, Шаман, Ксенон на Кентавре и Ксимау на Миране. Серега Патман, ну или просто Серега у нас играет на паке. Apple, SkyMage, Крепкий Дэн, Вивер, Зицвич.
ну, лизицвиц, наверное, но все-таки очень похоже на это вот чешское что-то такое вот. Играет на Вич-докторе, и максимум у нас выяснить свой. Игра начинается пассивно. Игроки расходятся по линиям, никаких смоков, никаких ганков. Все цивильно, все без какого-то желания получить раннее преимущество. Ну и ладно. А, тут, кстати, что-то такое пытаются сделать. Нет, они просто вардики ставят. Просто ставят вардики. Хороший. Ну, один из дефолтных вардов на отходы поставили, чтобы кентавру было нормально. Найдут ли его? Нет, есть ли сентри, чтобы быстренько задевардить? Да, имеются сентри, будут ли ставиться. Вроде они зачекли кентавру, должны понимать, что есть вард. Ой, и сразу сентри стоит здесь. Задержка 2 минуты. Сразу те, кто, может быть, из игроков иногда поглядывает стрим глазком. Задержка 2 минуты, ребят. Когда ставится пауза? Ставится пауза у меня. Я ставлю какую-нибудь прикольную картинку. Надо, кстати, другую, потому что SLTV Pro Series картинка. На очень короткий момент времени поставлю. Вот эта вот картинка, да, вот она не совсем подходит под Викинг Капы. Пауза. А, сори, мисклик, наверное, что-то шаман сделал. Ничего страшного. Regeneration. Забирайся Викинг Тауэр. Игра начинается. Голос у меня уже немного подсел. Но вы знаете, вот когда Ливанов, по-моему, так вот, это голос, когда просел, знаете, у кого? У Василия Ливанова, Шерлок Холмс такой знаменитый, да, советский, замечательный. У него голос стал просто такой красоты. Но он очень боялся из-за этого. Я там документалочку одну смотрел по Василию Ливанову. Такая вот ситуация. Но у меня чуть-чуть подсел голос. Я думаю, хуже он от этого не станет. Возможно, даже лучше. Итак, Вивер все-таки фармит с Войдом и Скаймейджем. Ой, с Вивером. Вивер фармит с Вич-доктором и Скаймейджем, извиняюсь. Да, люблю тупить. Фейслис Войд стоит на оффлейне. Первый уровень, пока ничего не вкачивал. Но как бы первый уровень оффлейн, таймволк. Что же еще? Пак стоит, соломит. Чего? Чё? Ребят, смотрите все сюда. Это соломит ска... Шаду Шаман. Вот это прикольно. Бэйн спот мой сопортят. Вот это Майнд Геймс. Они перемудрили ли в домике? Не перемудрили ли в домике? А вот, кстати, смотрите. Смотрите еще вот здесь вот, да? Как бы вот так вот. И как бы вот так вот. Как-то вот не совсем получилось. Задвардить обзервер у команды Bad Gaming. Крепкий дэн. 4 на 1 крепстат. Что-то так-то это 9 на 2 у кентавра против триплея. Так, жестко. А тут смотрите. Тут сейчас красота будет. Ну, я, в принципе, могу говорить, да, то, что смог ганг бейнспот мой, все-таки 2 минуты после этого пройдет. Ой-ой-ой. Арба такая наверх. Совсем далеко убегает пак, прям совсем испугался, да, увидел бейна, все правильно. Потмон не видел, ну и как бы и не должен был. Шаду Шаман. Соломи 9 на 5, у него уже есть ботл, он нормально крипуется. И так, сильно пробивает Серегу. Есть! Сеточка, стрела! Попала стрела! Это ФБ, это Спейси! Это Спейси соломит Раста. Вот это да. И кто здесь подошел? А, подошел Скаймейдж, Вич-доктор помочь. Но, к сожалению, они задержались. Есть еще Слип. Будет еще стрела. Да, будет стрела. Есть еще одна стрела. Давай. Опа, дабл килл Спейси. Вот он, дефибриллятор, Эзершок. И очень захотел зайти на Дадоту, посмотреть, сколько соло Шаду Шаманов. В патче 681 было соломит Шаду Шаманов. Поэтому... Мы сейчас немного понаблюдаем за ним. Heroes. 10 на 6. Shadow Shaman, 5 на 6 пак. То есть выигрывает. Очень много Shadow, кстати. Shadow Shaman, Shadow Demon, Shadow King. Lanes. В патче. 6.81. Опа, пошел выход еще на Серегу. Серега опять под стрелу подставляется. Из Brains Up забирает Мирана килл. 3 килла уже сделано на миду. Спейси во всех трех участвовал. Соло, мид, лейн. 8 раз стоял Шаду Шаман. Видрейт, к сожалению, 37,5%. Но игр 8, как бы, да, это выиграно, получается, 3, что ли? Или... Нет, даже 2, наверное. 2 из 8. Тем не менее,
Винрейт не такой хороший у Соло Миджа, у Шамана. И посмотрим, где там Соло Мид. Расты. Триплена сейфе все постоянно стояли, это неинтересно. Дуал харда, дуал сейфа. Дуал сейф джангл, три сейф, роуминг, дуал сейф джанглер. Ничего пока не происходит. Можно посмотреть. Соло хард. Три лейн. Три сейф. Выход пошел, минус Кайрос Мейдж. Шаду Шаман его разбирает очень быстро. Лук этот гоу, стрелу ловит сейчас этот самый Шаду Шаман. Вич Доктор. Нулик имеет. И убили еще Вич Доктора. Че вообще сделали эти ребята? Они поставили. Они просто взяли. И поставили. Три хард. Вот, нашел соло мид лейн. Три игры. Next KZ играли Маузай. Фата стоял соло мид. В принципе, как бы да, вот такие вот из популярных ребят. Кстати, соло мид на расте. Все, все, 6-0. Все 6 киллов, по-моему, сделаны были на миду или нет? Стоп. Кто отваливался еще? Пак два раза. Скаймак приходил, отвалился два раза. Вивер отвалился. Его убил кентавр соло. Как раз когда саппорта, наверное, помогали. А тут саппорты эти как раз стоят. Вивера хотят убить. Если центр. Есть досты. Досты, в принципе, вполне достаточно. Чтобы сапануть этого вивера, чтобы реинсапнуть его в конце концов. Классно! Ой-ой-ой, Шаду Шама! Как сейчас этого Скаймага может прям догнать и убить? Ульт кентавра! Форн и роу! Уже 4 подряд! Спейси! Станечка откидывается в Серега, уворачивается от стрелы, это Серега. Там может поставиться Вич Доктор. Нет маны у Расты. У Расты нет маны, совсем нет маны. Стики не спасут. Их ноль. Ну, а Спейси уходит. На Рошана зачем-то пошел. Пойнт-бустер. А, нет, Арканцы, Арканцы. Купил. Теперь у него есть мана. Слип по паку. Но он неудачно стоит, стрела будет... Ну, долго прицеливаться придется к Симау. Да. Есть Ancient Seal, есть что-то такое вот от Level 2 Sky Mage. Такое непонятное, не сформированное, не оформленное, скажем так, да? Как мне... А, хотя нет, ладно, это не очень шутка, наверное. Space Regen забирает, все у него классно. Ой, еще и... А, он попить дал, я думал, он еще допил вместе с Регеном. Не-не-не, все в порядке. Есть варды у Шадов Шамана, он уже их ставил. Влетаем в игру. Нужен мне кто-нибудь на статистике. Прям вот совсем было бы прикольно. Соскучился я по статистике со вчерашнего дня. Это было реально приятно, прикольно. Без пассивки на харде стоит этот кентавр без ретерна. И выиграл. 1-0-0 у него. У него 32 на 9, у Вивера 20 на 2. 21 на 7 у Шаду Шамана, 16 на 7 у Пака. То есть выигран имеет еще у команды в домике. Что имеет Вайпер? Вайпер 44 на 16, просто топовый. У Войда... где этот Войд? 1 на 0. Есть, конечно, 5 уровень, есть бэктрек в 3, но 1 на 0. Это прям вообще ставится варды и расты. Изи Таур. Попытка донает Сереги, но не. Уже в руины влетает тычка от этого Пака. И вообще красота какая. Просто вообще нечто вытворяют эти домики. Если посмотреть графики. Ребят, ну блин, просто дыхание останавливается, да? Уже 7,5 на 7 минут, 5000. Там прям жесть. Затворцы скучите. Ой, грусть и печаль. Грусть и печаль. Ой, крипчик тут это такой. Пацаны, пацаны, тут раз с Бейном, осторожны. И вот такой бежал сразу. Я думал, Войду стоило там его промаксить. Нужен очень, очень нужен купол для надежды на камбэка, чтобы туда кто-то что-то дал. Спейси, ты же видишь максимума! Там уже есть купол. Лол, Спейси просто вот так вот, как говорят кейсеры, да, комментаторы, на морозе пробежал мимо. И все. Тут еще потма есть. Максимум. Там раз тут пушит вообще по жести. Стрелу! Ай-яй-яй, Ксимау не дождался слипа, ну что же ты? Ну там много чего влетит в этого Войда. Если он успеет откинуться купол, ему будет хорошо. Эзершок выживает? Выживает. Выживает этот Войд, отлично. Стики прожимает, у него 200 хп остается. Молодец, убежал. Хоть кто-то выживает на линиях, на харде. Войд, именно. А кентавр чё? А кентавр просевший просто. Вот почему он прожимал, собственно, этот самый... Стампит. Вспомнил, нажал на кентавра, вспомнил. Но Вивер отлетел, его забрал Бейн.
Бот сломан уже. Это вторая вышка. Бейн приобретает арканцы себе. Вич-доктор. А ты что, встань? А, ты, походу, под стрелой, да? Бам, скушали. Стейнир, Дримкойл ставит Серега. Надо убить этого Бейна, попытаться. Сайленс есть. Опа! Какие форды в Сережку! Там есть Войд, но у него только таймлок. Это единственный контроль, который есть. Небольшое замедление. Сейчас еще можно спасти этого Антошу. Спейси, давай, 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 давай. Есть Хексуля. Хексуля. Максимум, максимум. Агрит, агрит на себя. Антоша, этого максимума. Есть Хексуля. Хексуля рановато. Вивер, вивер, вивер. Сетка будет. Есть досты, есть просто досты. Ну и все, варды, делайте свое дело. Вич-доктора фокусят эти варды. Вич-доктор отваливается сейчас. Минус Войд еще где-то. А, там же Войд. Все, все. Бейн отвалился, его убил. Вивер. Кентавр убил Войда. Вайпер. Вич-доктор не успевает. Ксенон крипов фармит, так а тут драка идет, но это минус Скайлейдж еще. Ну так, Ксенон, нужен фарм, все верно. 2300, опять же, шутка про 300 может внезапно влететь в часик у меня на стреле. Я не буду против нее. Какой-то актив, чтоб был, да, понимаете? И вот так вот. Еще одна вышка готова. Ребят, ребят, смотрите, вот это вот, да, как бы 12 до полудня. И смотрите, вот это вот, да? 12 по косарей. А вот Блинк, есть уже с арканами у крепкого Дэна. Расконтроли этих двоих пацанов, Вивера с Маком. Не дают жить сейчас, просто. Просто, вот когда у Вивера вот такая вот проблема, да? Ну, хотя бы ПТ есть. У Войда нет ничего, например. Суммарный Нетворс сейчас. Так, пошел Стампит. Есть лип по Войду. У Войда есть купол. Мимо стрела, есть шанс поставить купол. Отлично, Вич-доктор переагрил сейчас этого... В общем, все переагрили сейчас. Зивич, Зивич, Зивич отвалится. Нет, мисы, мисы. Дает дефибриллятор Спейси, может подставиться. Сейчас он unstoppable, у него очень мощный стрик. Слип спасает его от Аркейн Болта. Какая сыгранность у ребят. Вот сейчас, смотрите, 6300 у Шаду Шамана, да? А теперь просуммируйте вот это все. У меня просто нет времени альтарнуться в калькулятор, нельзя отвлекаться от этой игры. Но, как бы, подозреваю я, что вот тут 2100 плюс 1900, 4 косаря, 5,5, 5,5, 6400, ну, 6700, да? Ну, вот сейчас уже больше. Сейчас вообще просто проблема, ребят. Так, есть хорошая связочка. Был бы туда еще купол сейчас и... Блин, мать его, Десворд. Тогда все было бы классно. Но нет Десворда. Четвертый уровень, Вич-доктор, он ХГ дефает. Вот какие проблемы у ребят. У Скаймейджа. Третий уровень, он ХГ дефает. На 11 минуте, на ХГ заход. 15 косарей. Это вообще, это просто, ну... Это жесть. Мирана! Попала стрелой? В кого? В кого? Все? Уже не попала? В кого Мирана попала? Быстренько смотрим. Вивера попадает. Окей. Спасибо, логи. Обожаю логи вообще. А просто я же говорил, как мне нравятся эти логи. Итак. Мирана стрелу пускает. Кто поймает? Никто. Но как бы она просто не долетела. Блинк. Откидывает сразу Ancient Seal, Arcane Ball, Concussive, прокат. Весь свой SkyMage Ксенона спустил. Сбрил там, ему что там. Один столбик, да? Столбики по 250. Вообще по дефолту у меня стоит 500. Так, испугался стрелы, там это, ушел в Essence Shift. А, Face Shift, извиняюсь. Essence, что-то у него есть с Essence, по-моему. Нет, нету? Нет, нету. Вот когда я скажу, что такое Ethereal Jaunt? Что это за спел? Никто не догадается. А вот он. Ethereal Jaunt. Изи катка, пишет Void. Спейси спрашивает, в чем дело? И, блин, ну, серьезно, ну, сколько там, двадцатка есть уже? Вот 7,27, как бы, да, понимаете, да? Ну, прямо вот, что-то даже обидно за бороды, за бороду стало. Потому что вот, то, что сделали сейчас в домике с командой Борода Гейминг, это просто борода, вот, серьезно. Выход выгоним у что-то у шамана. И все у них вообще тут. Есть еще одна вышка. Шадоу Шамана появится очень скоро. Второй. Ой, третий уже кусок огонимый, извиняюсь. И уровень у него какой? 10-й, скоро 11-й. Всего лишь. И уже столько всего. Так.
Skymage против Shadow Shaman, ну там с руки он нарезает просто, ой-ой-ой-ой-ой. Под 90 урона. Skymage на четвертом уровне от 90 урона больно, на самом деле. Вопрос, фастпик, тебе, тому, кто написал последний что-то в чате. Есть ли сейчас лаги? Продолжаются ли лаги? Потому что прогресс мне интересен. Рошан. Порошан, говорит Симау. Встал в интересную позицию. Говорит, пацаны, я застрял, как Винни-Пух из мультфильма. Это потому, что кто-то слишком много ел. Бам. Так. А кто забрал Рошана? Вайпер ли? Рошан is killed by Viper, да. Ну, видимо, они просто договорились о Эгос тому, кто добьет Рошана, потому что, как бы, ну, тут не важно. Тут уже мека гоним, как бы, почти готов. 100 голды осталось Вайперу. Стрела? Вот такая, прям на ход. И слип, ну, к сожалению, был бы слип-стрела-связочка, я думаю, был бы килл. Вот там начинают играть в слип, ребята. Поиграйте в слип. Там, ну, как хотите. Ксенон Ривер себе тупо взял, купил Ривер. У него ретурн на единичку только. Он максил просто, он максил стомп и дабл эдж. Он... Ему не нужен был ретурн на хардлейне против Скаймага и Вич-Доктора. Настолько все не очень было у Bad Gaming. Да, я понимаю, эти саппорты ходили на мид. Они пытались помочь паку. Против Солрасты. Не вышло. Так, 3000 плюс 2,5 это 5,5, плюс еще 2 7,5 и плюс еще 2 косаря 9,5. Примерно столько же у Shadow Shaman. Опять же, да? Один Shadow Shaman стоит всей команды Bad Gaming. Смелый очень ход, который просто решил сейчас игру. Графики, если посмотреть. Вот это крыша, я понимаю, да? Сколько там? 24 косаря где-то? Void. Таймволк, но он от коррозии бы замедлен был. Стомп по нему, дабл эш, ой-ой-ой, все, Войда. Есть, конечно, Дримскойл по четверым, замечательный, но его просто недостаточно будет. Серега молодец, Серега классно Дримскойл сейчас поставил. Войд, к сожалению, быстро отвалился, байбека у него нету. Пак делает байбек. Пошел, ой-ой-ой. Слип какой сейчас, кентавр, но я думаю, кентавр выжил бы. Есть Томп, еще минус пак, Вивер на лоу хп не ушел, Мирана добила его урной. И под фонтанный гейминг пошел от команды в домике. Shadow Shaman, что там, варды поставил куда-нибудь? А, ты вокруг вышки ставил, да. Минус Мирана в куполе, Лоукизор. Ну, блин, Войд, ты сейчас просто можешь это убиться об этого Лоукизора. Его просто не пробить, у него аганим. У Shadow Shaman тоже аганим. Купи себе сейчас Ogre Club еще, братишка, просто проюзай стики, продай их, купи себе Ogre Club, я не знаю. У меня просто есть опыт подфонтанного гейминга. Вот, в нем я как раз понимаю больше, чем в нормальной доте. Поэтому я их комментирую. Чтобы понимать больше потом. А, Ксенон. Ну ты сейчас апстомп убьешься, по-моему, да. Но это стоило того, там еще минус 2 минуса. Егер сбили эту вайперу, наконец-таки. А, Спейси, Спейси, ты сейчас можешь отвалиться. Слип ему кидают. Зачем? Ха, игра в Спейс. Ой, фу, игра в слип. Господи. Спейс, Спейс, ты меня совсем Спейси, это прям... Пак отваливается после байбека. 27-4. Я не хочу их больше уже смотреть. Там, правда, Спейси 15 тысяч. Я думал, будет... Ну, на том же, на уровне 25 тысяч, нет, не было. Во, вот, пожалуйста, пожалуйста, Зивич, поставь хотя бы на фонтане свой десворд. Хотя бы, ну не надо, чтобы он кого-то убивал. Мирана, блин, покупает, вот. Вообще. Интересно, купила бы это Мирана Блинк? Есть Дринкойл по двоим, по самым главным саппортам, которые всю эту машину, собственно, сделали. Убивается Бейн сейчас. Десвор, да, поставлю на Спейси. Спейси не пробить, у него аганим. Ну вот 1030 хп. ГГ, пишет Серега. Поиграли они недолго. Крипкий Дэн отвалился. Биан Гадлайк тут уже у нас. 11.05 нарезает этот вайпер. Минус Вич Доктор еще. Ну, это так уже. Там уже ГГ как бы. Выжит ли? Нет. Короче, ГГВП. ГГВП, счет 30-6. Игра длилась 18 минут 23 секунды. Я же зевнул, потому что под конец игра стало скучно. Я уж извините, что зеваю. 8.0.14, Shadow Shaman соло мид. 12.05. Вайпер
соло изи. Все-таки Бен Спирана они роумили. Нельзя сказать, что они стояли с Вайпером. Вообще нельзя. Это был просто разгром. К сожалению, команде Бородай Гейми, как я уже говорил, настала борода просто. В момент, когда Шадушаман на мид пошел, почему-то не смогли с ним справиться. Но ничего страшного, Bad Gaming. Вы выиграли две, ну, максимум, может быть, меньше, да? Сейчас посмотрю вашу позицию. Команда в домике. Команда Bad Gaming. Да, вы начинали с самого начала, вы отдали команду ЦП 0.87. DCP, я думаю, все-таки, да? Не стоит так. И команду Flight вы одолели также, Floodlight. Так что, что, нормально. Две победки, плюс 6 очков. Учитывая то, что если команда B Gaming имеет 3 победы, 2 поражения, то есть она только играла... посмотрим количество турниров просто. Она играла вчера Viking Cup. И она играла Viking Cup 180. Вот сейчас, две игры выиграла. В принципе, нормальный старт. 3 победы, 2 поражения. Пока что не стоит отчаиваться, все в порядке. С вами был Исаак Винг. Никуда не переключайтесь, мы будем следить за командой в домике. Она творит чудеса. Она просто творит чудеса. Так, как там выходить?